Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Дмитрий Евланов и канал «Сады Тамбовщины». Сегодня у меня жена приехала с работы, была в Пятерочке и урвала по скидке последние две пачки тюльпанов. Сейчас я покажу вам их. Опа. Это у нас вот такой вот красивый тюльпан, сорт Верона. Вот теперь видно, наверное, солнышко отсвечивает. И вот так вот, если можно прочитать, сорт Верона. Желтый махровый тюльпан, 3 штучки. И еще сорт Стрипет Флаг. Вот такой вот фиолетовый, красивый сорт. В пакетиках по 3 луковички. Стоит со скидкой вот такие вот тюльпанчики 69 рублей. Не знаю, дорого ли это или дешево. Ну, наверное, дешево. 70 рублей, 3 штуки. Наверное, в принципе, не очень дорого. Ну вот, тем не менее, и я их решил сегодня высадить в своем парке. И сейчас приступим к этому делу. Итак, друзья, приступая к посадке тюльпанов, что нам необходимо? Нам необходим совок, который мы будем взрыхлять землю. Вот. И еще что нам необходимо? Так как у меня здесь в этом году был огород, и у нас здесь как бы добавлено и сено было, то здесь мышек достаточно много. Вот. Чтобы луковицы тюльпанов не съели мыши, сейчас мы сделаем так, чтобы они до них не добрались. Итак, земля рыхлая. Делаем хорошую ломку. Заглублять луковицы тюльпанов нужно на 3 размера самой луковицы. То есть сейчас достаем вот Стрипет Флаг. Луковицы не очень большие, но и не очень маленькие, средненькие. И меряем. 1, 2, 3. То есть вот этой вот глубины, в принципе, у нас достаточно. Все это у меня так просто, без всяких заморочек, как снимают некоторые блогеры. Но что делаем, чтобы не добрались до луковиц мыши? Берем, вот жена также купила горчичный порошок. Не знаю, что снимаю, видно, не видно. Так вроде видно. Вот. Не знаю, сколько он стоил. И обильно вот так вот засыпаем. Засыпаем чуть-чуть. Присыпаем земличкой его. И еще раз меряем. 1, 2, 3. Все нормально. 1 луковичку сюда. 1 луковичку сюда. И 1 луковичку сюда. Чуть-чуть засыпаем тюльпаны землей. И теперь еще раз обильно засыпаем горчицей. Все. Тюльпаны посажены. Вот в такую горчицу мыши не полезут ни за что, потому что она им очень и очень не нравится. Сейчас вот я вот здесь все вот эти посадки немножко замульчирую хвойным опадом. Хвойным опадом замульчирую не для того, чтобы тюльпаны там не замерзли или что-то типа того, а просто чтобы сюда не наступить больше. Итак, вот посадка 1 сорта состоялась, ну а сейчас будем сажать 2 сорт. Итак, друзья, вдалеке, вот там на втором плане мы видим, стоит этикетка и коробок от горчицы, от тюльпана. 1 сорт, который посадили, ну а сейчас будем сажать тюльпан Верона. Вот здесь вот местечко ему.
выделим. И точно так же быстренько все перекопаем. После дождей у нас земля очень хорошая, очень рыхлая и очень-очень промокшая, что наконец-то и свершилось. Итак, достаем луковичку. Меряем. Раз, два, три. Глубина нормальная, глубина зачетная. Что делаем? Опять пачку горчичного порошка. Но я думаю, красная цена, не очень дорого это там. Вот так хорошо прям все посыпаем. Видно, не видно. Оп. Хорошо засыпаем все. Чуть-чуть присыпаем землей, прям чуть-чуть совсем. Сажаем луковицы. Оп. Чуть-чуть присыпаем луковицы землей, буквально на 1 сантиметр, и опять все засыпаем горчицей. Вот. И дальше засыпаем землей. Земля влажная, поливать я не буду. Вот чеснок мы посадили уже давно, а вот тюльпаны, как-то я все даже не думал про них, что мы их будем сажать. Ну, как бы уже считается поздно, наверное, для тюльпанов. Но посмотрим, как они укоренятся и как весной взойдут. Что будет с этими растениями, я обязательно сниму. Чуть-чуть у меня осталось горчичного порошка. Вот так вот притрушу им сверху, чтобы, наткнувшись, мыши наверное, дальше не полезли. Не стали рыться и копаться там. Итак, тюльпаны посажены. Осталось мне замульчировать их. Сейчас сделаем мульчирование. И на этом все. Всем пока, всем всего доброго. Ну а что будет с этими тюльпанами, смотрите весной. Видео обязательно выйдет, потому что этикетки я сохраню. И будем сравнивать, что заявлено на этикетках и что вырастет на самом деле. До свидания.